Уважаемый Карен Георгиевич, дорогие сотрудники киноконцерна «Мосфильм», от лица жителей города Байконур, от лица будущего Байконура, мы выражаем вам огромные слова благодарности за плодотворное сотрудничество, за ту помощь, которую вы оказываете нам в демонстрации фильмов в киноконцертном зале «Сатурн». Воспитывая у детей патриотизм, мы воспитываем их и духовно-нравственно. Это все взаимосвязано. Мы ценим ваш личный вклад и деятельность киноконцерна «Мосфильм» за пропаганду исторической справедливости. Мы от всей души желаем вам благополучия, здоровья, новых творческих успехов и мирного неба всем нам над нашими головами. Спасибо большое! Спасибо!